Нет, просто закрой. Будем вскрывать посылочку. Что у нас здесь, как вы думаете? Для папы. Которая называется Brown Oral-B 10000M. Вау! Вау! Тут как книжечка сделана. Открываем. Здесь на разных языках написано. Вот она черного цвета. Подключается она к нашему... Да, она еще раз светится. Светится, да. Подключается она к нашему смартфону. Но для того, чтобы ее достать, нам надо сделать вот так. И хопля, достаем. Это футлярчик для нее, который также является беспроводной транспортировочной зарядочкой. Можно его заряжать в этом футлярчике. Сама наша зубная щеточка. Крепление для смартфона во время чистки на зеркало. Это пока отложим. Это зарядка. Кстати, она у нас работает? Работает. А если сильно надавить, то она должна покраснеть. Это наша макулатура. Это контейнер для насадок. Это 4 насадки. И еще здесь у нас что? И еще у нас здесь беспроводная зарядка. Такая же, как у меня, да? Ну да. Так, такая же, как у тебя. Это мы пока убираем. Проводная зарядка со столиком беспроводной зарядки, которая вставляется вот сюда вот. Вот так вот подключается. Сюда насадочки ложатся разноцветные. Либо можно положить в контейнер, где лежит зубная щеточка, да, заряжается. Две насадочки, можно в поездку ехать. А еще этот контейнер является пауэрбанком. Класс? Угу. Тебе нравится? Да. Суперски. Вот такая вот у нас зубная щетка, да?